Ребята, всем привет, с вами Александр, и у нас появились парочка новых событий в Sandbox Метавселенной. Да, заходим в раздел Альфа, ссылка на регистрацию есть в описании. Это у нас криптопроект, потому регистрироваться здесь нужно через криптокошелек. Ну, в принципе, там есть и другие способы, через электронную почту, где предложат вам создать сразу новый кошелек. Итак, так, что нам тут надо? Вот это. Нам нужно зайти в Dungeon и там найти уточку. Вот это событие. Вот эти события тоже еще актуальны. Нужно выполнять все три события, и тогда мы будем участвовать в розыгрыше 500 монет. Вот первое событие идет сейчас до 30-го. Там нужно просто зайти на эти карты, выполнять задания. На самих картах здесь смысла нет. Нужно просто дойти до вот этого места, которое здесь на фотке. Вот это вверху сцена. Там сделать селфи, тут зайти в музей женщин, там Women's Museum, и возле фонтана сделать селфи, а там вот в третьей арене возле здания, вот прям вот все как нарисовано на картинке, вот там и сделать фотки. И выложить их в раздел Contest. И есть вот еще событие, это нужно найти уточку на арене. Эту арену мы уже проходили, не знаю, снимал я ее или нет. Вот нажимаете вот Participate, и вот здесь сейчас прогрузится вот наше задание, то есть зайти и, в общем-то, найти эту утку и загрузить фотку на Twitter. Все как обычно, потому давайте мы это попытаемся сделать. Эту карту я помню, я уже ее посещал, но квесты сбросились, но это не суть важно. Нам нужно сейчас не квесты выполнить, а именно найти уточку и сделать скриншот, ну, наверное, вместе с собой в виде селфи, где эта уточка находится. А еще, ребята, кто давно смотрит канал Linka Game, я вот установил на телефон, знаете что, мобильную игру, ну, в Jurassic World это все мы знаем, у меня они стоят до сих пор, но времени нету. Я установил игру «Звездные войны. Герои», как-то так называлось. Че, прям так ностальгия. Захотелось прям поиграть. Сейчас они сменили аватарку, там у нас в Play Market аватарка в виде Йода и подписывается на русском герои. Ну это, я так понимаю, Star Wars Heroes там, или как-то она так называется. Она не стояла на месте, она развивалась, много чего там добавили, корабли, капитаны, я вообще в эту тему не въехал. Хотелось бы, конечно, разобраться, но хватит ли у меня на это время. Так, ребятки, мы вот прогрузились. У нас есть задание, но задание по этой карте особо выполнять нету смысла. Здесь главное сделать скриншот, так сказать. Но мы попробуем выполнить, почему бы и нет. Так, ну все, то есть один раз с ним поговорили. Так, я, если, насколько я помню, здесь нужно будет еще оружие взять где-то вот в ближайшей комнате. Так, это у нас хилялка и чекпоинт. Так, ты знаешь, что эту карту сделали из шаблончика какого? А, ну это про гейммейкер нам рассказывают. Так, так, тут нам надо взять меч. Меч, потом нужно кнопочку инвентарь. Сразу вооружиться мечом. Так, ты нам ничего не хочешь сказать? Так, и еще обязательно вот этого парнишку нужно. А ты кто такая? Так, это какой-то мистический парень. Ну, не знаю, что-то типа голубые кубики, все дела. Ну, мы запустили, платформа начала ездить. Так, подожди, я что, с тобой не поговорил? Поговорил. А, уже там у нас появилась точка. Но мы туда будем падать, я думаю, не раз еще. О, блин, а я-то и забыл. Какой тут у нас код расположен. Так, двойка он там была. Ладно, к этому делу можно будет вернуться попозже. Интересно, код изменился или остался старым? Так, ну надо смотреть по сторонам, все-таки утку искать-то. Так, здесь нужно остановить эту штуку по центру. Это я вторую остановил. А это первую. Ну, в общем, по-моему, все отлично у нас получилось. Ладно, давайте спрыгнем. Знаете, я пока вот не играл в Sandbox долгом, я прям немножко даже соскучился, мне даже понравилось. Так, уточка. Есть ли тут уточка? Нету уточки. Ну и здесь нигде уточки нету. Вот так, практически завалили мы его.
Это у нас логово волков. Мы, кстати, какое-то задание там выполнили. Ладно. Идем дальше. Так, я тут посмотрел. Давайте проверим, поменялся он или нет. 31. 212. Да, код, в общем-то, остался старым. Ну ладно. Так. Сундуки. Кстати, да, сундуки. Нам же нужно будет искать еще вот эти вот сундуки, по-моему. Или я тут что-то в них нашел. А ну-ка, инвентарь. Ага, броня. Я понял, броня, да-да. Хорошо. Надо не втыкать, конечно. Вот к этим штукам подходить надо. Ну, они обычно ешечку прожимаешь, она тебя хиляет. Но у меня здоровье целое. Но подходить к ним надо, потому что мы отсюда будем восстанавливаться. Так, минус один. Давай. Защищаемся. Валим этих гоблинов. Кстати, супер ударом, вот тот, который мы держим и задерживаем, мы с них сбиваем броню сразу, одним махом. Кстати, эта штука как будто бы хочет, чтобы ее покрутили, но она не крутится. Так, этот сундук нам тоже надо открыть, кстати. Там у нас сзади что-то есть. А ну давайте проверим. Побежит он за мной, не? Такой орк. Типичный орк из этого, из Властелина колец. Так, вот мы его завалили. И открылась нам еще одна штукенция. Так, там какие-то, ага, бронзовые чепсы. То есть, короче, накладки на ноги римские какие-то. Так, отлично. Так, вниз лучше не падать. Уточка. Интересно, уточка. Я посмотрел только что одно прохождение. Вот, кстати, сундук следующий. Будет ли утка лежать на том же месте? Вот интересно просто. Он же явно живой. Их там даже два было. Прикольно. Так, это я как бы зря сюда поехал, по-моему. Да, тут рубильник у нас есть. Эту штукенцию нужно остановить где-то по центру. Чтобы мы могли допрыгнуть с движущейся платформы. Так, давайте мы зайдем сюда вниз, посмотрим, не валяется ли здесь где-то утка. Кстати, вот тут цифра 3, которая нужна нам для разгадывания. Она красного цвета. Ну, я посмотрел в ютубчике, потому как бы у нас все и так хорошо. Так. Ага. Это я далеко остановил эту платформу, потому что они практически соприкасаются. Даже не знаю. Ну так, давайте попробуем. Не допрыгнул. Далековато стоит. Так, и вот мы восстановились здесь, да? Ладно, ладно, ладно. Так я туда не допрыгну, мне кажется. Ну ладно, давайте будем пробовать.
Да, я сделал это. Блин, нам придется это повторить еще раз. Нет, слава богу, не придется. Так, NFT-шный меч. Да, у него сила побольше. Плюс 29. Так, сохраняемся здесь. Так. Вот, была броня у него и не стала. Так, ну ладно, мы туда дойдем. Нам тут надо все исследовать. Вот, по-моему, за вот этим сундуком у нас находится утка. Да, она здесь есть. То есть никакого рандома здесь нет. Давайте мы перейдем сюда, в раздел Contest. Так, Find. Ну да, это мы, в общем-то, сделали. Ну и все, можно, в принципе, уже выкладывать. Ну, раз такое дело, то мы давайте все-таки доиграем, да? Ну, здесь ничего не поменялось, да, то есть нужно подходить вплотную прям. Так, ключ я не буду брать, потому что сначала нужно завалить этих скелетов. Я даже, блин, еще что-то помню уже. Сколько времени прошло? Чуть ли не полгода? Не, не полгода. Пару месяцев, месяца три прошло, когда мы играли в Sandbox, да, последний раз. Ух, ну так просто как-то катастрофически неудачно. У меня тут все сложилось. Ну ладно. Не беда. Пойдем за ключиком. Ключик, кстати, нам в инвентарь не берется. Я вначале тупил. Вот он вот так вот перед нами тут висит. И вот так вот мы с ним идем. Это у нас были наручи, я так подозреваю, да? Да, шлема только не хватает. Шлем вот здесь, по-моему, будет внизу. Да, это, кстати, короткие пути. Даже так. Так, туда не хочу идти. Кристаллов, как обычно, на каждой карте с запасом, потому... так. Ну ладно. Вот это такая штука неприкольная, я помню. Мне она не понравилась. Прыгать по ней. Так, так, так. Ну да, то теперь надо это все дело включать. Сейчас включать. Так, заходить. Потом делать вот так вот. Это мы одну платформу подняли. Сейчас поднимем вторую платформу. Подняли. И теперь нужно их будет остановить по центру. А, хотя нет, не нужно. Или, а, не, все-таки нужно, по-моему, чтобы та перестала ездить вверх-вниз. Ай, ладно, пофигу, по-моему, она на них не влияет. Я поджарился. Поджарился я. Так, я как-то допрыгал. Чего это я нашел? Ага, шлем. Теперь вообще.
Так, Мэри, да, я это сделал. Так, вот так вот я зачетно выгляжу. Ёпте, надо даже скриншот сделать. Так, кристаллы я все собрал, что я все уже выполнил, квесты. Один сундук я где-то не открыл. Представляете себе? Где-то я завтычил один сундук. Ага. Представляете, сколько у них хелса? Но я могу их завалить на самом деле, только вопрос, зачем, конечно. Ага. А вот этого, походу, по-любому придется валить. Он пока замахнется. Ой, с опозданием это все дело происходит. И вот и все. Щит, ёпти. Я щит, ребятки, забыл выполнить. Ну, теперь все. Мы, короче, выполнили уже точно все задания. У меня жизни дофигища. Я даже этого завалю по приколу. Вот так. Чуток осталось. В общем, ребята, если вы как бы не играли в Sandbox, то советую вам присмотреться, разобраться, как использовать там кошелек MetaMask, например. Потому что стартует рано или поздно следующий сезон. Это у нас будет какой-то третий сезон, да, Альфа-Пас третий. И там можно выиграть будет 1000 монет. Сейчас за выполнение вот этих трех заданий, которые я вам показал, можно получить будет 200 монет. То потом можно будет получить намного больше. Вот, кстати, мы хиляемся в этой зоне. Да, нажимаем find it. Нужно раз сделать твит с этим рисуночком. Так, где там моя там утка? Вот утка. На всякий случай скопировал ссылку. Ну и все. Ну, в общем-то, и все. Тут как бы можете вставить сюда вашу ссылку. Оно сейчас через какое-то время проверит, и все. Ну, тут всего по 50 победителей, потому как бы мы на это особо не рассчитываем. А там, где будет 1000 монет раздаваться, там будет победителей 10 тысяч или 1000 победителей будет, потому как... А, там, где 500 монет будут раздаваться, то там будет больше шансов на победу. Для этого нам нужно будет выполнить вот это вот задание. Dance at Paradise Pride, потом нижнее задание. Ну, короче, все, что розовое, нужно будет выполнить. И это у нас такое отдельное было задание. В общем, на этом, ребятки, все. Всем любителям динозавров привет. Всем пока.